Это программа «Новости Сургут-24». В студии для вас работает Юлия Давыдова. В начале выпуска коротко о главных темах. Их становится все больше. В Сургуте уже 11 человек претендуют на пост главы города. Из Египта на север. В медицинском институте Сургут к учебе приступили 10 студентов-иностранцев. И югорские «Мамонтята». В Сургуте тренируются и готовятся к новым победам и свершениям детская слэдж-хоккейная команда автономного округа. Главный редактор телеканала «Сургут-24» Дарья Давыдова среди участников ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она прошла в четверг в онлайн-режиме. Такой непривычный формат обусловлен пандемией коронавируса и введенными в стране ограничениями. Помимо Москвы, представители СМИ, желавшие пообщаться с президентом, собрались еще в 8 городах России, среди которых, например, Нижний Новгород, Владивосток и Новосибирск. Более 70 журналистов со всего Урала наблюдали за пресс-конференцией в Екатеринбурге. О чем хотели спросить Владимира Путина представители югорского медиасообщества перед началом мероприятия, рассказала нам Дарья Давыдова. Повестки нас, наших коллег из Югры сегодня, вопросы, связанные с научно-технологическим центром, который строится в Сургуте в данный момент, вопросы привлечения высококвалифицированных кадров на север, точнее новые механизмы привлечения, а также вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также жителей в связи с пандемией коронавируса. Целая футбольная команда. На пост главы Сургута претендует уже 11 человек. 17 декабря документы в специальную комиссию подали четверо. В борьбу за кресло мэра включились 32-летний безработный Игорь Лубягин, 36-летний индивидуальный предприниматель Артем Теплов. Добиться повышения намерен генеральный директор управляющей компании «Возрождение» Виктор Лыгалов. В четверг документы предоставил 30-летний Алексей Горбатюк. Он является руководителем сети информационных интернет-порталов. В своей работе, если станет мэром, намерен обратить внимание на дороги и жилищно-коммунальный сектор. Тюмень взять, это связанное с дорогами, развязками, надземными переходами и так далее. Плюс вопросы с ЖКХ и коммуникациями, которые тоже требуют определенных решений. Промышленность и туризм. Как бы два таких основных направления, которые бы возможно привлекли инвестиции. Это, конечно, надо все более углубленно изучать эти вопросы. Югра перешагнула отметку в 38 тысяч заболевших коронавирусом с начала года. По данным на 17 декабря, в автономии подтверждено 229 новых случаев. 31 из них в Сургуте, 24 в Нижневартовске, 23 в столице региона. Сургутский район вышел на 6-е место в округе по суточному приросту. 12 тестов на ковид дали положительный результат. В то же время с наблюдения медиков сняты 240 югорчан, получивших отрицательные результаты исследований на коронавирус. После курса терапии. Стало известно о смерти 5 человек, у которых ранее диагностировали ковид в виде основного либо сопутствующего заболевания. Продолжают лечение к этому моменту 3714 жителей и гостей региона. Из Египта на север. Медицинский институт Сургу принял 10 студентов-иностранцев. Из-за обязательной двухнедельной изоляции и дистанционного обучения первокурсники впервые очно посетили Альма-Матер только накануне. Чем их удивил вуз и почему они решились уехать учиться так далеко от родных мест, узнала Мария Ливанян. Сургутский государственный университет в этом году принял первых студентов из дальнего зарубежья. 10 первокурсников-медиков из Египта накануне наконец посетили стены учебного заведения. Ранее они получали знания в дистанционном режиме. Ребятам показали библиотеку, главный корпус и симуляционно-образовательный центр. Нам понравились студенты, они очень любознательные, они интересные, они мотивированные. Прибыли они из разных городов Египта. Это прежде всего Каир, это Луксор, это Хургада и ряд провинций в Египте. Поэтому мы надеемся, что вот этот опыт будет успешно распространен и на следующий год, и далее мы будем принимать еще большее количество студентов. Приезда иностранных студентов университет ждал долго. За это время все учебные программы на 6 лет для студентов-медиков необходимо было перевести на английский язык, закупить специальную литературу и подготовить преподавателей к работе на иностранном языке.
что к нам приехали 10 человек из Египта. Это, мы считаем, первая ласточка. Мы будем наращивать объем именно студентов из дальнего зарубежа. Вот в целях именно вот популяризации и установления имиджа университета в глобальном образовательном пространстве. В течение 6 лет студенты из Египта будут обучаться на английском языке, а русский изучать как дополнительный предмет. За каждым будущим медиком из этой группы закреплен куратор. Активно помогают старшекурсники. У нас же очень хорошая связь. Мы общаемся с людьми, которые нас младше на курс. Мы очень активно передаем всякие конспекты, помогаем с экзаменами. Вот буквально недавно была переэкзаменовка по анатомии, и мы помогали нашим вот ребятам со второго курса помогать сдавать. Студенты признаются, что образование в России и, в частности, в Сургуте выбрали из-за сильных преподавателей и высокого уровня подготовки специалистов. Our teacher is very good. Образование в России на высоком уровне. Преподаватели в университетах дают хорошие знания, поэтому мы выбрали Россию. Возможно, мы дальше будем планировать наше обучение в Германии, в Великобритании, может, еще в каких-то странах. Шаима рассказала, что намерена стать хирургом. Гостье из Египта сейчас предстоит изучить 6-летний курс лечебного дела, и только потом она сможет углубиться в свою специализацию. Девушка уверена, практика и образование в другой стране необходимы ей, чтобы стать хорошим врачом. Мария Ливанян, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Жуткая трагедия в Сургуте. В четверг днем пассажирский автобус сбил сургутянку. 82-летняя женщина не выжила. Камера наблюдения системы «Безопасный двор» запечатлела момент наезда многотонной Скании на пожилую горожанку. Автобус, следовавший по маршруту номер 51, остановился у павильона под названием «Улица Бахилова». Двое пассажиров вошли, и в тот же момент салон покинула женщина. Едва она одной ногой вступила на асфальт, двери начали закрываться и либо задели сургутянку, либо прищемили одежду. Пенсионерка потеряла равновесие и упала прямо под колеса автобуса. Пострадавшую с проезжей части вынесли очевидцы. Бригада реанимации прибыла через 8 минут после ЧП. В течение получаса состояние женщины пытались стабилизировать, однако спасти пострадавшую не удалось. По факту ДТП ведется следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С начала года на дорогах Сургута погибли 15 человек. В 2019-м смертей было 16. Более 1000 квадратных метров ледового покрытия. Столько появится у жителей городского поселения Барсово после завершения строительства крытого хоккейного корта. Работы уже на финишной прямой. В отличие от других подобных объектов, построенных в иных поселениях муниципалитета, здесь раздевалки и помещения для проката инвентаря разместили в самой арене. Когда детворе можно доставать коньки и клюшки, чтобы опробовать хоккейную площадку, знает Валерия Кудрявцева. Крытый хоккейный корт – давняя мечта всей детворы Барсова. Этот вид спорта, по словам главы городского поселения, пользуется у них особой популярностью. В мае 2020-го здесь сделали первый шаг, чтобы воплотить грезы юных жителей. Подрядчику пришлось привезти 400 машин песка, чтобы выровнять и подготовить территорию. Также строители провели необходимые коммуникации – воду и электричество. Сам корт у нас 28 на 53, ну, стандартный корт идет. Вот потом, значит, здесь есть у нас два помещения для переодевания. Прямо внутри мы сделали, как бы в остальных поселках такого нету. Мы здесь предусмотрели все внутри. Потом, значит, здесь есть выдача коньков отдельно, плюс здесь есть еще туалеты и отдельно электрощитовая вместе с теплоузлом. Во время рабочей поездки спортивный объект посетил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. По контракту сдать корт должны 27 декабря, но руководитель обеспокоен тем, что выполнить обязательства подрядчик не успеет, потому и приехал проверить. То есть сказали, что есть якобы опасения, что подрядчик сдаст, но встретились, проговорили, через 5 дней собираются предъявить для сдачи этот объект. Мы обещали детворе Барсова, я не помню, это уже 10 или 11 хоккейный корт, и в Барсово теперь появится крытый хоккейный корт. В списке уже готовых мест для занятия спортом в Барсово многофункциональная площадка. На ней построили поле для футбола и установили снаряды для воркаута. Однако, несмотря на то, что объект готов, его до сих пор не приняли на баланс населенного пункта.
Мы просто, чтобы ее поставить на баланс, нужно сформировать пакет документов. К сожалению, это не всегда очень быстро получается, но площадка сама сделана, она уже, скажем так, даже опробована, на ней проходила зарядка такая показательная у нас 55+. Вот, даже этот, и у нас наши женщины оказались очень довольны, остались. Андрей Трубецкой, в свою очередь, рекомендовал с документами не затягивать, ведь спортивная площадка строилась не для галочки, а чтобы ей пользовались жители. Построили хорошую площадку, она в тему, два дома у тебя, надеюсь, что здесь еще будет дальнейшее строительство. Поэтому надо принять и эксплуатировать. Еще одно событие не для галочки, а для удобства и комфорта жителей – открытие двух дополнительных окон в структурном подразделении МФЦ. Благодаря расширению, количество оказанных услуг населению увеличилось в 4 раза – с 300 до 1200. Изменения произошли и в графике работы. ТОСП у нас, если раньше он работал с 9 до 17 часов, то на сегодняшний день у нас работает один специалист с 20 до 20, о, с 8 до 20, второй специалист с 9 до 17. То есть, а раньше работали только с 9 до 17. Один человек. Кроме того, в новом помещении для посетителей установили компьютер. Теперь любой клиент, у которого дома нет доступа во всемирную паутину, а ему необходимо воспользоваться сайтом госуслуг, сможет сделать это в МФЦ. При необходимости сотрудники центра всегда готовы проконсультировать гражданина. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургутинформновости, Барсова. В Сургуте сотрудники городских тепловых сетей устраняют последствия порыва в отопительной системе. Так называемый функциональный отказ зафиксировали на глубине в несколько метров рядом с кольцевой автомобильной развязкой проспектов Мира и Ленина. По предварительной информации, трубопровод с горячей водой дал трещину. На поверхность хлынули клубы пара. В офисе ГТС отметили, что на жителях Сургута ситуация никак не сказалась. Нагрузку перераспределили благодаря закольцовке сетей. Ремонтом поврежденного участка занимаются аварийные бригады. Ожидается, что устранить отказ удастся в течение 1-2 дней. Тревожные итоги. В Сургуте озвучили результаты кампании по ремонту дворов. Лишь на 6 территориях работу подрядчиков приняли без замечаний. В остальных 10 случаях завершить все и в срок качественно до наступления холодов не успели. Так, пробы асфальта, взятые у 8 многоэтажек, где проходила реновация придомового пространства, указали экспертам, что слой покрытия не идеален. Где-то есть вопросы к тротуарам и бордюрам. И это помимо мелких недочетов, которые удалось исправить быстро. Выявленные замечания исполнители обязаны устранить по гарантии, она составляет 3 года. Подрядчики поясняют это недостатком рабочей силы в связи с пандемией. Хотелось бы отметить, что некоторые подрядчики сумели организовать работу, то есть мы видим, да, в частности, вот, по Пролетарскому 12-24-22 у КАД ДСВЖ все дворы, три, которые ремонтировали, выполнены без замечаний. Работы частично будут оплачены там, где объем составляет 80% от выполненных. А такие придомовые территории, как Победы 5, Ленина 3, ВЛКСМ 8, в этом году не будут приниматься. Ну и, соответственно, выплачиваться субсидия управляющим компаниям не будет. Среди причин позднего и не слишком качественного ремонта дворов в этом году называют пандемию. Из-за ковида закрылись границы, оставшихся рабочих рук не хватило на исполнение всех контрактов. Найти подрядчиков управляющим компаниям Сургута минувшей весной и летом было крайне сложно. Конкурсы по определению фирм, которым доверяли реновацию дворов, зачастую проходили без конкуренции. Единственного участника и признавали победителем. Из сложившегося негативного опыта нужно сделать выводы, уверены депутаты местного парламента. Народные избранники попросили чиновников мэрии до 1 марта подготовить предложение, как не допустить повторения ситуации 2020 года. Один из вариантов – раннее проведение всех аукционов. Надо, наверное, подумать о том, чтобы пораньше проводить эти все конкурсные процедуры. И сезон у нас с вами начинается в мае, когда можно спокойно поработать 5 месяцев, не дожидавшись мух, сдать объект. Средства поступают через месяц после того, как или в течение месяца после того, как утвердила Дума. Если мы говорим о финансировании, которое вот утвердили сейчас в декабре, то, конечно, январь-февраль средства есть. Если мы приходим в марте и дополнительным финансированием, то вы это понимаете, что это конец апреля. А если мы выходим в июне, то эти деньги
июль. В Сургуте до конца года должны сдать центральную площадь как завершенный объект благоустройства города. Зимний сезон, обещают в управлении капитального строительства, не станет помехой. Комплекс работ никак не связан с климатическими условиями. Подрядчику необходимо в рамках контракта установить павильоны. Они фигурные и вместе составят слово «Сургут». Это будет хорошо видно с высоты птичьего полета. А кроме того, разобраться с энергетическими коммуникациями и полностью отладить световое оформление. Тестовый режим показал, что пока до идеала еще далеко. В темное время, когда особенно снега нет, может быть, еще раз посмотреть, может что-то посмотреть, добавить. Угу. Есть же опоры, они же тоже могут. Может быть, какие-то вещи дополнительно, там прожектора, угу. локально на центр, чтобы центр еще был световое пятно. Время еще есть. У подрядчика на установку павильонов и исправление недочетов осталась неделя. В Общероссийском народном фронте подчеркнули, что сроки сжаты. Конкурс разыграли в ноябре, а в конце года контракт необходимо исполнить в полном объеме. Центральная площадь многострадальная. Строить общественно-рекреационную зону начали чуть больше года назад. Однако укладка брусчатки зимой оказалась плохой затеей. Весной плитка пошла волнами, ее пришлось чуть ли не полностью убирать и монтировать снова, но уже по гарантии. И бесплатно. Успели до зимы, не единожды смещая сроки сдачи объекта. Техническая приемка осенью прошла успешно. Теперь же 25 декабря чиновники и заказчики работ, это управление капитального строительства, хотят увидеть готовую центральную площадь Сургута. У нас есть определенные сомнения, так как все-таки видим состояние сегодняшнего числа. Но надеюсь, все-таки срок все успеет, и мы еще раз 25-го будем этот мониторинг проводить. Потому что все должно быть у нас запущено, подготовлено, и 25-го должна быть поставлена точка в этом году. Волейбольный клуб «Газпром Югра» в субботу проведет свой последний домашний матч в 2020 году. Соперником нашей команды станет Новоуренгойский «Факел». Встречи между этими коллективами отличаются принципиальностью. Географические соседи находятся по разным сторонам турнирной таблицы. Сургутяне, обкатывая молодежь, пока на последнем месте. Ямальский клуб в пятерке сильнейших. Встреча первого круга завершилась в пользу «Факела» с результатом 3-0. Однако в последних матчах команда итальянского специалиста Камилла Плачи немного притормозила, уступив Белогорию и Енисею. «Газпром Югра», напротив, показывает содержательный волейбол, но пока проигрывает в концовках. Имя победителя в газовом дерби станет известно вечером 19 декабря. Другой профессиональный клуб из Сургута накануне потерпел разгромное поражение. Баскетбольный университет «Югра» в Москве встречался с командой МБА. Счет стал неприличным уже в первой четверти, которую хозяева выиграли с результатом 33-13. Югорчане к середине матча сумели свое отставание уполовинить, но во второй части игры пропасть между клубами стала еще больше – 67-97. Победа московских баскетболистов. Университету до конца года осталось провести три матча. Два из них на выезде – 18 и 26 декабря против Самары и столичной Руны соответственно. На домашнем паркете запланирована одна игра. 23 числа в Сургут приедет ревдинский «Темп Сумс» УГМК. Югорские «Мамонтята». В Сургуте тренируется и готовится к новым победам и свершениям детская слэдж-хоккейная команда. На сборы приехали и спортсмены из Ханты-Мансийска. Две недели ребята будут оттачивать свои навыки на льду. Все подробности расскажет Дмитрий Круковец. Показать свои результаты за год. В сургутском филиале регионального центра адаптивного спорта проходят сборы слэдж-хоккейной команды «Мамонтята Югры». В ней занимаются очень сильные и особенные ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На совместные тренировки в крупнейший город автономии приехали и юные спортсмены из Ханты-Мансийска. На сборах мы как бы, что у нас главное стоит, это, конечно же, объединение команды, то есть ребята... У нас, получается, из Ханты-Мансийска и Сургута мы объединяемся, смотрим, чему кто научился, то есть, и выстраиваем как бы, план, что мы будем делать дальше, что, где у нас есть проблемы и на чем нам работать. Вот. Здесь на сборах мы, конечно же, прорабатываем с ними, на льду мы работаем с ними над техникой катания.
Детский слэдж-хоккей в Югре появился недавно, буквально полтора года назад. До этого у ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата не было возможности полноценно тренироваться. Саша увлекался слэдж-хоккеем с 5 лет, однако подходящих секций для него не было. Родители водили мальчика на занятия ко взрослой команде. Когда появилось детское направление, были несказанно рады. Пойти заниматься слэдж-хоккеем по программе физкультурно-оздоровительной направленности наши сани едут сами. Вот. Мы вообще не думали и не рассуждали, мы просто сразу же собрались и пошли, и остались очень довольны. Наш ребенок очень любит спорт, вот не побоюсь, прям очень-очень любит спорт, и очень нравится ему слэдж-хоккей тем, что это командная игра. Он всегда тоже всем об этом говорит. Он очень рад, что здесь происходит взаимодействие с другими игроками. Саша 12 лет, и вот уже почти полтора года он в команде. Занятиями юноша доволен. По словам мамы, каждый день ребенок с нетерпением ждет выхода на лед. Ну, хоккей мне нравится, занимаюсь им где-то год. Ну да, год. Несмотря на недолгое существование детской слэдж-хоккейной команды, ребята уже успели показать свое мастерство на федеральном уровне. В прошлом году заняли первое место на слэдж-хоккейном фестивале в Сочи. В планах и в 2021-м, если не помешает пандемия, принять участие в нескольких соревнованиях и обязательно вернуться с победами. Дмитрий Круковец, Мария Ливанян, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. Власти Сургута призывают горожан отказаться от запуска пиротехники в новогоднюю ночь и на каникулах. Рекомендацию глава города дал еще в начале декабря. Меры предосторожности носят предупредительный характер и нацелены на предупреждение пожаров в жилом секторе. В этом году буквально через час после боя курантов из-за фейерверка, который запустили во дворе девятиэтажки, загорелась обшивка дома номер 7 на улице Энгельса. К счастью, пожар спасатели оперативно потушили. Помимо рекомендаций от градоначальников, в Сургуте до 11 января ввели особый противопожарный режим, в рамках которого запуск салютов запрещен. Для желающих насладиться огнями в небе откроют специальные площадки, где использование пиротехники допустимо. Определены места устройства площадок для запуска фейерверков и использования пиротехнических изделий 3, 4 и 5 класса опасности, а именно объездная дорога Югорский тракт, акватория реки Сайма, площадь театра Сургутского государственного университета, площадь Нефтяников и сквер Молодежный. Настоящая древнерусская крепость, гастромаркет с фудкортом и аттракционы. К концу следующего года у сургутян может появиться культурно-досуговый комплекс «Русские ярмарки». Его планируют построить рядом с ЖК «Булгаков» на Ивана Захарова. Общая площадь объекта более 30 тысяч квадратных метров. Большая часть предназначена для организации общественных пространств. Предполагается открытие катка, детских и выставочных площадок, сцены и зоны отдыха. По замыслу организаторов, там можно будет проводить массовые мероприятия, в числе которых концерты, городские праздники, мастер-классы и иные события. Данный проект также был включен в государственную программу автономного округа развития экономического потенциала. И в том числе будет направлено развитие как этнических, туристических связей с другими регионами, а также и на развитие предпринимательства. То есть мы надеемся, что этот проект станет, позволит создать новое интересное пространство для наших горожан, для туристов, гостей города. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. Увидимся на наших каналах. «Шевроле» от 600 тысяч рублей. У официального дилера «Сибкар» на Быстринской 3. Гарантия 3 года. Автоматическая шестиступенчатая коробка передач в базовой комплектации. Выгода по программе «Трейд-ин» 25 тысяч рублей. Выгода при покупке в кредит 25 тысяч рублей. Добрые дела, которые можно делать каждый день. Пропустить кого-то без очереди. Сделать кормушку для птиц, уступить место в автобусе, подарить варежки бездомному, купить продукты одинокой старушке или пожертвовать деньги на лечение ребенка. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Давайте вместе совершать добрые дела.
Смех, кашель, физические упражнения вызывают деликатную проблему. Inconti Lace – запатентованная безопасная технология лазерного лечения стрессового недержания. Мгновенная подтяжка тканей без повреждения слизистой, без операции и реабилитации. Технологии из Европы теперь и в Сургуте. Косметология будущего «Голдберг», проспект Ленина, 18. Что такое жалюзи зебра? Это день или ночь одним движением пальцев. Регулируйте поток солнечных лучей, создав мягкий струящийся свет или расслабляющую тень в вашем помещении. У нас большой выбор тканей с разной плотностью и изготовление один день. Закажите практичные и стильные жалюзи зебра в компании «Жалюзи». Включи «Лав Радио» твоей мечты. ТВ-реклама. Рекламное информационное агентство «5 звезд» на 5ria.ru. Телефон 221-555. Дома, которые мы строим, это не просто стены и крыша. Это возможность начать что-то новое, принять новые судьбоносные решения, узнать новых людей. Мы постоянно повышаем требования к себе и к качеству нашей работы, чтобы каждая из квартир стала уютным домом. Мы – строительная компания «Сибпромстрой». Мы строим для любимого города, для вас. Отдел продаж в Сургуте, Есенина, 2, телефон 600-190. Щедрый выбор новогодних подарков для ваших детей. Игрушки, одежда, товары для спорта, игр и отдыха.